Всем привет, ребята, с вами Антон, и это небольшое отступление. Видео, которое вы сейчас увидите, состоит из фрагментов, спонтанно снятых на Игромире, где мы, собственно, работали и организовывали турнир. К сожалению, мы не могли записывать нормальный видеоблог, поэтому получилось то, что получилось. Но обязательно пишите в комментариях, круто это или нет, или вообще неинтересно. Это очень важно, чтобы мы знали, снимать в следующий раз еще такие ролики или нет. Или все-таки стараться снимать видеоблог или не снимать ничего вообще. Спасибо! Это блог с Игромира, это бизнес-день. Нифига не готово, не работает. Че ты врешь-то? Че я вру? Все работает. Все работает. Все что работает? Куда ты ушла? Подожди! Я суперстар! Вау! Я суперстар! I just wanna dance with somebody. I just wanna dance.
вот и подошел к концу пятый раунд, а соответственно подошел к концу чемпионат России. Наш новый чемпион, да здравствует король, Александр Терехов! Саша! Огромное спасибо всем зрителям и всем нашим спортсменам сегодня. Ubisoft в России наращивает свое киберспортивное присутствие. Мы проводим множество соревнований по Rainbow Six Asada и, конечно же, Just Dance в нашей киберспортивной дисциплине. Вы все сегодня убедились, что накал страстей, что технически очень сложно становится побеждать, и такого жаркого финала я не припомню даже на чемпионате мира. Все было абсолютно непредсказуемо. И к нам приехал специальный гость, генеральный директор Nintendo Россия, Яша Хадажи. Вот чтобы тренировать везде, надо Nintendo Switch. Спасибо. Поздравляю тебя. Ну а что, на этом наш чемпионат России по Just Dance закончился. Мы узнали тройку призеров, узнали чемпиона России. В следующем году будешь оспаривать свое право? Обязательно буду. Посмотри в их глаза. Потому что именно эти двое будут за тобой ходить по пятам. И они навяжут тебе конкуренцию. Я тебе уверяю в этом. Ну что, ребята, вы были на Just Dance Россия. Мы узнали нашего чемпиона. Всем спасибо. До новых встреч. Итак, друзья, закончился Игромир и закончился турнир. Чемпионат России по Just Dance. И спасибо всем, кто следил за этой движухой. Увидимся на будущих трансляциях, стримах или просто в Инстаграме или ВКонтакте. В общем, подписывайтесь везде. Ну вот и все, ребята, закончился данный ролик. Обязательно пишите внизу в комментариях, понравилась ли вам вот эта идея или нет. Будем ли мы записывать или не будем записывать сейчас хотя бы даже спонтанно видос, если нет возможности записать блог. Все это зависит от ваших комментариев. Спасибо и до новых встреч!